Пандемия коронавируса снова активизируется в России. Резко выросло число заражений COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре. С начала февраля в стране зарегистрировали более 60 тысяч новых случаев заболевания. Показатель увеличился на 33%. На данный момент в России среди заболевших коронавирусом преобладает омикрон. В то же время новые случаи заражения штаммом Кракен выявлены в Коми. Заразившиеся обнаружены в Сыктывкаре и Ухте. Ранее Кракен выявили в Тыве. Между тем, отечественные вирусологи работают над новой вакциной, и она сможет обеспечить защиту от новых штаммов. Что касается заболеваемости в Хакасии, у нас пока все стабильно. За сутки зафиксировано всего 11 новых случаев COVID-19, с начала года 353. Абакане вновь разыскивают владельца брошенного автомобиля. На сей раз под прицелом коммунальщиков оказалась красная Мазда на улице Крылова, 65. Регистрационный знак Е008ЕМ, регион 19. У владельца есть ровно 2 недели, чтобы в добровольном порядке увезти иномарку с общей территории. В противном случае рабочие принудительно вывезут ее на штрафстоянку. За хранение транспорта собственнику будет начисляться по 3000 рублей в сутки. А если хозяин не объявится даже через 3 месяца, то автомобиль признают муниципальной собственностью. В Абакане впервые состоится городской чемпионат по дрифту. Он пройдет уже в это воскресенье, 12 февраля, сообщает Федерация автомобильных гонок Хакасии. Зрелищные соревнования проведут на замерзшей протоке реки Абакан в парке культуры и отдыха, заезд со стороны Южной дамбы. Открытие чемпионата намечено на 13:00. Спортсменам необходимо получить врачебное заключение об отсутствии противопоказаний для занятий автоспортом, отмечают организаторы. Чемпионат по дрифту будет проводиться в 3 этапа. Второй намечен на 19 февраля, третий на 5 марта.